Добрый день. Здравствуйте. 2015年我倡议召开，从雅方一道努力，促进两国的文明互学互鉴，搭建汇聚亚洲文明。那、приглашение участвовать в форуме «Диалог азиатских цивилизаций» и за эту возможность встретиться с вами и обсудить перспективы сотрудничества между нашими странами. Наши страны, наши народы и древнейшая цивилизация. И еще в армянских манускриптах, написанные в V веке, описываются связи между Арменией и Китаем. Эти связи имели торговый смысл, политический смысл и еще гуманитарный смысл. И для нас очень важны конструктивные и эффективные отношения с Китаем. Я хотел бы вас поздравить еще с 70-летием создание Китайской Народной Республики и с 70-летием революции.